Ребята, всем привет! Сегодня вот такая вот темнота в кадре, потому что мы уже отправляемся в Москву. У нас поезд 22:50, поэтому мы надеемся, что мы не опоздаем. А влог обещает быть очень крутым, поэтому обязательно подписывайся на мой канал, если до сих пор не подписан. Также активируй колокольчик, который находится рядом. А теперь начинаем! Чтобы вы понимали, у нас 7-й вагон, а мы сейчас рядом с 14-м, и нам еще пешкадралом туда идти. Мы в Москве. На улице очень тепло, солнечно, я просто люблю Москву за то, что у меня такое голубое яркое небо и очень-очень солнечно, хотя в Питере тоже бывают такие дни. С другой стороны, каждый раз, когда мы приезжали зимой в Москву, все время тут было гораздо холоднее, чем в Питере. Не знаю почему. Сейчас мы поедем в отель, да? Да. Сейчас мы поедем в отель, отвезем туда чемоданы, потому что они тяжелые. Сейчас ждем такси, мама вызывает. И потом уже поедем на свое мероприятие. По-моему, в 12 часов нам нужно быть уже там. А сейчас время 8:57. Кто был хоть раз в Москве, знает, что тут есть Ленинградский вокзал. Это метрополитен. Ярославский, Казанский. Так вот, мне больше всего нравится Ленинградский. Все-таки да. И Казанский тоже красивый. Мы уже заселились в отеле. Сейчас пойдем гулять. Время сейчас где-то 9:10. Сколько? Мы уже заселились в отеле. Сейчас пойдем погуляем немножечко. Время уже 10. Через 2 часа начало. Вот так вот. Буду сейчас для вас снимать какие-то видосики в лайки. Сколько из них Лима была у меня в гостях? Это отчасти попытка сыграть на... Мы уже почти не записываем подобного фильма. Лене ценник ее предложил другу, он сказал, типа, супер, давай. А как часто у тебя ролики выходят? Что-то хотели сказать. А, да, к вам вопрос, да, по давайте поводу... просто много, да. Много людей, давайте. И расскажу, как у меня это получается. Использовать он всегда к месту и не к месту появляется в разных презентациях. То есть слово блогер плохое, и старайтесь его не использовать. Это неправильно. Почему? Ты что, дурак, что ли? В общем-то говоря, ребят, что я могу сказать по поводу первого дня в Москве, первый день в YouTube Space. Мне понравилось. Во-первых, там очень крутая лаунж-зона, там вкусняшки. Моя любимая вода с огурцом, я не знаю, всегда забываю себе дома такую делать, но она невероятно вкусная, поэтому спасибо, YouTube-чик. Также там есть такая стена, вы ее видели, я там разукрашивала буковки, по-моему, я одна там такая, которая разукрашивала эту стену. Ну, и продолжу ее, собственно говоря, разукрашивать. Плюс, что там еще есть? Там выступал сегодня Варламов под конец. Честно говоря, я о таком канале, ну, слышала о имени, о фамилии Варламов, но никогда не знала, что это за канал. Я вообще представляла себе абсолютно другого человека. Он мне подарил стикер, это очень мило. А сейчас мы отправляемся гулять в центр или же поедем на Чаянова, я точно не знаю, сейчас разберемся. Очень красиво. Спасибо. Мы подошли к Чаянову 14 и будем просто надеяться на то, что они еще не закрылись, потому что осталось 20 минут до закрытия. Thank you.
нужно ли вам акцентировать на то, что у меня вот такой теперь мейкап крутой? Мне прям так нравятся эти белые стрелки и блестельки, что просто вообще прям. Сейчас, по сути, вечеринка, и я не знаю, будет ли кто-то петь или что-то еще, но тут поставили кучу колонок, поэтому, наверное, да. В прошлом году была Марисена, в этом году непонятно кто. Я думала, что это будет Белов, потому что я его встретила. Просто сидел на диванчике за 3 часа до этой вечеринки. И в итоге он теперь на открытии другого магазина. Я такая, а как? А в смысле? И прикол в том, что я с ним так и не сфоткалась. Привет, меня зовут Ян Майнкрафтер. Так, отлично. Пока что, да? Ну все, теперь это уже больше не секрет, теперь все знают. Надоело телевидение, я их оттуда дернул, положил там большую сумму и все. Да, я скажу так, что появляется, да, много каналов, но и появляется много аудитории. Что ж, ребята, вот на таком прикольном моменте заканчивается данное видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если так, то не забудьте вас оценить пальчиком вверх, подписаться на мой канал, если до сих пор не подписан. Также не забывай, что есть в других соцсетях, лайки и инстаграм, и ссылочки на них всегда есть в описании. Я всех целую, обожаю, обнимаю. Кстати, напишите в комментах, нравится ли вам смотреть влоги. Вы самые крутые подписчики в этом мире, и всем пока-пока!